Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот есть такие приложухи для Android, да? Приложушки, значит, что это такое? Шумомер работает эффективно, чтобы определить уровень шума окружающей среды. Вы ищете инструмент для измерения уровня звука и шума окружающей среды. Это умное приложение для измерения уровня звука для Android. Короче, другими словами, не надо каких-то специализированных инструментов. Это пойдет, можно сделать с помощью смартфона. В данном случае, да, шумомер будет использовать микрофон-телефон для измерения децибелов шума окружающей среды. А я вам скажу больше, что эта уже функция доступна и для часиков Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, а также часов на Wear OS. Вот оно. Пройдете по ссылочке в описании, скачайте и, пожалуйста, ау! Окей. Вы на канале! Вот так вот, вот. Видите, как измеряет шум, показывает вам. Здесь же есть настройки, в них можно пройти. Тут даже есть виброметр. Дальше ссылочки на YouTube, видать, канала блогера этого блога. Или перейти в блог, короче, посмотреть все приложения. О, настройки. Здесь же есть у нас звуковой эффект. Есть или нет, показывать. Ну, короче, сами все поймете, пройдете. Тут же есть шкала, пожалуйста, какая-то определенная. Экспозиции всякие. И даже со звуком что-то здесь есть. Вот можно сделать потемнее, посветлее. Дальше паузу поставить, чтобы не измерял он, либо измерял, да. Вот так вот, короче, все это дело делается спокойненько на часах. Установить сможете любым доступным для вас способом. В каждом видео у меня есть ссылочки на методы установки APK-файлов на часы под Wear OS. Можно сделать это со смартфона, можно сделать это с ПК. Так что качайте, ставьте, если вам данное приложение необходимо, может быть, в работе в какой-то, да? Ну, а вы же были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, если видосик был вам полезен. До свидания, до новых встреч!